Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Nokia X20 изменить настройки даты и времени. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Дата и время». Чтобы изменять настройки даты и времени, в первую очередь выключаем функцию «Использовать время сети». Здесь можем менять дату, здесь можем менять время. Также можем изменить часовой пояс. Здесь. И также можем изменять часовой формат с 24-часового на 12-часовой. Как-то так. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.